Дорогі друзі, а ми продовжуємо нашу програму, і дійсно варто сказати, що завдяки саме тим боям, які ведуться на сході нашої країни, ми маємо можливість спокійно дивитися прем'єри фільмів, дійсно святкувати День Святого Валентина, але все ж таки не маємо забувати про ті події, які дарують нам мир в Миколаївщині та й на більшій частині України. А з 10 по 15 лютого дні пам'яті Широкинської операції, це епізод війни на сході нашої країни. Сьогодні до нашої студії завітали гості, які про Широкинську операцію знають не зі слів. До нас сьогодні завітали бійці Азову Роберт Воробйов та Зелінський Ілля. Вітаємо вас, хлопці. Дякую, що сьогодні зранку завітали до нашої студії. Приємно все ж таки бачити, знаєте, на ваших обличчях посмішку. Це втілює думку про те, що життя все ж таки не завершується. З 10 по 15 все ж таки відзначають, скажімо так, дні пам'яті Широкинської операції, тому що саме в ці дні Україна також понесла втрати. Близько 60 чоловік загинуло, 200 чоловік було поранено. Все ж таки, ваші спогади, буквально те, що не боляче, скажімо так, розповісти, але хотілося б поділитися з глядачами. Ну, наверное, начнем з того, що як це все починалось, то есть для нас ночью командири поставили задачу, сказали, що з утра у нас наступ. Ну, це все із-за чого почалось, це все було із-за событий, які там обстріл мікрорайону Восточний, ну і лінія фронту, вона взагалі була как бы, по окраїні міста Маріуполя. Тобто, ну, якщо тяжело, наверное, представить, но вот, город Николаев, да, к примеру, и там Новодопой где-то это уже конец. Считанные километры буквально. То есть там вот микрорайон заканчивается, тут уже блокпост крайний был. Ну и руководство нашего полка решило, что надо эту линию фронта отодвигать. Ну, к сожалению, украинская армия долго не делала никаких наступательных действий, а в это время сепаратисты и Дебальцево, то есть было. По-моему, есть год даже был, как со дня наступательной операции. Да, и ну, поэтому, да, там последнее наступление было, там, или в Иловайске, или когда, ну, в общем, очень давно. Поэтому руководство полка приняло решение, что надо отодвинуть угрозу от Мариуполя, потому что сепаратисты лазили буквально по окраинам города. Ну и вот 10 числа рано утром наша рота выехала на зачистку Павлополя, это тоже село там недалеко от Мариуполя. Ну и мы усилиями трех рот, ну, получается, выехали в серую зону, грубо говоря. То есть были заняты Павлополь, Коминтерново и Широкино освобождено. То есть, по сути, Павлополь и Коминтерново – это те населенные пункты, вокруг которых сейчас много шума было, потому что тогда, когда мы зачистили все в первый день, нам сказали уйти оттуда. То есть вот как бы такой был приказ, но тем не менее сейчас Коминтерново заняли сепаратисты, ну мне непонятно, зачем это было. Ну да, понеся тем более такое количество потерь. Ну да, да. У нас, да, немного нелогично бывает. Много нелогичного, очень, да, действительно, много в этих операциях, и самое главное, что действительно очень много искажается все-таки фактов, и самое главное, что люди, которые там находятся, к сожалению, потом еще остаются крайними, потому что просто руководствуются приказами свыше. Я предлагаю сейчас посмотреть видео, которое у нас есть на наступательной операции, а после посмотрим еще фотографии, попросим вас прокомментировать. Thank you.
Отож, ми продовжуємо, хлопці, все ж таки прокоментуйте деякі моменти, те, що ми побачили. Ну, почалось відео з Павлополя, якраз зачистки. Ми там населений пункт зачистили, і ну, потім поступив приказ ночі, щоб ми покинули. Только начали закрепляться там в населенном пункте. Ну, к сожалению, вот вообще задача у нас была изначально, мы должны были идти после Павлополя штурмом на Октябрь. Это у нас задачи район. Менялись на ходу буквально. И вам не пояснилось, чему сам эта задача изменяется? То есть, ну, мы потом, как уже узнали, что, ну, у нас дело в том, что только тогда переформатирование было с батальона в полк, у нас не было еще ни танковой роты нашей, у нас не было артиллерии. Ну, начнем с того, что у нас даже банально не было подствольных гранатометов, которыми нас по сути, с голыми руками. Ну, пехотой как бы мы штурмовали, но наше командование как бы ценит нас, поэтому, ну, вообще людской ресурс, поэтому как бы на штурм Октября мы не пошли, потому что нас не поддержали танки ЗСУ. Вот. Ну, как бы потом видео это было Широкино, уже Широкинская операция. То есть мы в Широкино прибыли ночью 14 числа. Там, получается, как раз 14 числа все самые такие бои произошли. Вот. Ну, приехали, там есть видео, это утренний бой, как раз вот рано утром. Мы с сепаратистами лоб-лоб сходились в селе уже самом, потому что как бы, ну, их вторая рота выбила с села, с населенного пункта. Но ночью, ну, уже 15 числа были минские договоренности. То есть ночью артиллерия молчала. То есть утром там был густой туман, ну, на видео видно было, был густой туман, и их техника прошла, ну, начала продвигаться по селу, мы выдвинулись им навстречу, но у них еще были, помимо этого, заранее заготовленные позиции, как бы, с которыми... То есть в селе, да, они укрепились, и мы попали как в такую небольшую, можно сказать, засаду, и... Из-за тумана. Был пехотный бой у нас. Да, то есть, ну, мы как бы лоб-лоб, вышел как бы такой штурм такой получился их позиции. Вот, ну, как бы они дальше не продвинулись, мы закрепились, в принципе, для контроля самой трассы и въезда в поселок, чтобы к нам в случае чего могла подмога подскочить. Ну, вот с тех дней, в принципе, и, ну, это был крайний день Широкинской операции, потом уже началось, ну, такое вот... Удержание. Да, оборонные бои. Скажем так, среди вот мирного населения, на мирной территории, когда вот по новостям передали, что, скажем так, был приказ отступить, когда уже было закрепление, как бы много было таких дерзких там высказываний, что вот надо как бы было продолжать, не слушать никого. Какие были настрои все-таки среди вас? Ну, понятно, что за каждый населенный пункт, в котором проливалась кровь наших друзей, да, наших братьев, мы не хотели покидать их, ну, коль так уж, ну, мы не какое-то там бандформирование, да, мы подчиняемся четко приказам. То есть, ну, поступил приказ, так вышло, мы поехали в другой населенный пункт, в Лебединское. То есть, ну, в Павлополе местные жители нормально к нам относились. Да, вот, кстати, отношения местных жителей, как была они встречали? Была ли какая-то поддержка? Была. Да, удивительно, ну, в Павлополе, в Лебединском, по-моему, пожилая женщина, там нам и малину выносила, хоть как бы у нас с продуктами все было в порядке, у нас обеспечение было довольно-таки хорошее при всех штурмах, как бы нас поддерживали, угощали продуктами, то есть там, можно было зайти, посидеть с человеком, поговорить. Так, понимание было, что это свои все-таки? Ну, конечно, да. Ну, конечно, играла роль тоже пропаганда, которая именно вокруг нашего полка сложена, то есть Азов, там фашисты, каратели, там детей убивают. Вот, ну, как бы, понятно, что когда уже вживую они встретились с нами, то ну, мнение людей менялось, особенно вот в Лебединском. Да, в Лебединском был такой случай, мы зашли, тоже там, Лебединское тоже было в серой зоне, то есть, ну, постоянно заходили ДНРовцы. Вот, мы зашли туда, тоже закрепились уже, зачистили поселок и нашли склад с продуктами, гуманитарная помощь, которая поставлялась селу. Но там сельский голова, он решил ее не давать жителям местным. Прятал, да, в подвале. Да, прятал в подвале. А как он это обосновал, что он прятал? А он когда мы уже зашли, сразу. Он уже сбежал. Да, то есть и мы вышли, людям объявили, что ну, завтра вы приходите, получаете еду. То есть там это, ну, люди так удивлены были, спрашивали, куда записываться надо, чтобы получить. И ну, какая комиссия должна, например, никакой комиссии. Мы на машинах прям... вывозили эти все продукты к ним под дом, домой, потому что продуктов там было, уже накопились как бы, и люди не в состоянии даже просто их забрать были.
Лебединская, мы тогда тоже занимались тоже вылазками, разведкой занимались, угу. ходили там в сторону от Водяного, там Саханки, это тоже уже, как бы, там должны были блокировать тоже, если сепаратисты будут с Балки обходить, в Широкино, в котором вот вторая рота тогда закрепилась. Мы тоже такие задачи выполняли. Ну и потом вот вместе, кстати, с морпехами мы потом поехали в Широкино. У нас есть также фотографии, я предлагаю сейчас режиссеру вывести их на экран, у вас есть возможность их прокомментировать и сказать, что ну, есть. Ну это база «Маяк», это все фотографии, это с экспозиции Палаича Приазовья, мы ее в сентябре презентовали в галерее. Ну, это просто как картинка. Это церковь, да? Которая... Ну это шпиль Пушкина, так называется. Это курортный городок Широкино. То есть который мы... был полностью разбит, полностью. Это один из бойцов. Да, Николаевских, да, тоже. Вот. Ну, это с, уже с обороны Широкиного. Угу. Это Роберт сидит это на наблюдательном посту. Это пятиэтажки. Это коттеджи, которые размещены возле моря. Да. Ну, это, как видите, это все Широкино, разбитые дома, так все, курортные, как бы. Ну да, люди как бы копили деньги, зарабатывали, строили, ну. Ну, как по сути везде, да, ну, никто да, не ожидает, да, что завтра может быть такое. Да, то есть. Это мы на «Маяке» буквально одни из первых дней, там, когда Широкино уже под контролем было. Это в Лебединском как раз, когда мы отправлялись. Перед штурмом. Это Павлополь, зачистка, это тоже все парни с Николаева на фотографии. Вот, ну это в таких условиях мы жили первые дни. Это тоже подвал санатория одного. Это коттеджи разбитые. Да, в которых оборона была. Вот. Те же коттеджи, только со двора же укреплены, разбиты. Это я... В основном позиции там, где мы оборонялись, вот как вы видите, то есть все разбито. Ну, как и везде. Крыш нету абсолютно. А население еще встречали, которое там оставалось, возможно, или выезжало еще? В Широкино при штурме, я вот помню, в крайних домах, то есть мы встретили одну семью, которая укрывалась в подвале, мы предложили как бы им пойти с нами, но они отказались и предпочли укрываться у себя дома в подвале. Да, тоже я помню, при штурме мы, ну это вот Роберт говорит, наверное, когда мы покидали, да, уже. Да, первые дома. Угу. Вот мы тоже встретили мы там семью одну, но это мы шли уже все. Ну, наверное, она и была. Ну, скорее, да. И там дедушка тоже спрашивал, могу ли я там уйти в ту сторону, мы говорим, туда сейчас не иди, короче. Ну, там как раз и закрепились боевики. Но это по возрасту все-таки более пожилые уже люди, я так понимаю. Ну да. Ну да, тем более очень сложно, как бы об этом и много историй, как бы телевизионных, и много написано, что действительно старикам уже некуда, если молодые еще бегут, как бы с целью начать новую жизнь на территории свободной еще, то как бы да, старикам уже остается. Им уже все переждать, как бы, либо потому что да, вся жизнь закреплена там, за территорией. Были попытки перед штурмом вывести всех. То есть из села, потому что говорили, будет штурм, как бы. Да, там же были дни, когда ну, полностью село было под контролем. То есть там сепаратисты штурм делали 14 числа. То есть, ну, вообще вывозились люди, те, кого могли, тех вывезли. Но уже под, скажем так, ну, все равно покидали люди, уже вот когда оборонительные действия были в Широкино, то там ну, уже мирных жителей не было. Есть видео, да, обороны. Еще одно предлагаю тоже посмотреть и, соответственно, потом прокомментировать. Нормально.
Що, ми кураємо, пан? Ну что ж, прокомментуйте декілька слів буквально ще, що побачили глядачі. Это было уже оборонительное действие. Оборона Широкина, она была 149 дней, если я не ошибаюсь, ну, то есть достаточно долго. Вот. То есть в одной части все-таки сепаратисты закрепились, ну, в другой, на более выгодной закрепились мы, это были высоты, это были, ну, в общем, более удобные для ведения боевых действий. Ну, на самом деле, с такими позициями это все был вопрос времени, в итоге там летом уже выбили. В нашу пользу как бы, да. сыграли наши позиции. Да, летом уже сепаратисты вынуждены были покинуть полностью село, ну, вот села, конечно, уже ничего не осталось, но их все-таки выдавили оттуда, ну, так долго это все, наверное, тянулось, опять же, из-за вот этих всяких Минск-1, Минск-2, вот этих всяких договоренностей. Попыток, да, договоренностей, скажем так. Потому что действительно договоренностями назвать сложно, то, где договаривается только одна сторона, ну, да, конечно, не выполняет. Совершенно правда. Спасибо вам, ребята, что вы сегодня к нам пришли. Пришли, да. Потому действительно, что прошло вам уже целый год, но все равно остаются какие-то нерешенные вопросы, которые до сих пор волнуют не только вас, но, я думаю, всю Украину. Да, и действительно очень приятно, как бы, что надежда все-таки есть, что все-таки мир наступит на тех территориях, хотя там уже осталось, как вы и сами говорите, только название, сел уже как бы нет, но, конечно, многие, кто переехали на часть территории, скажем так, мирную, все-таки ждут того дня, когда смогут приехать в родной город и восстанавливать. Поэтому спасибо вам большое, да, за такое большое дело. Спасибо за то, что пришли. Что ж, спасибо. Уделили время. Ну что ж, спасибо вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітали Зеленський Ілля та Роберт Воробйов. Ми у нас бійці Азову. Дякуємо вам, хлопці. Дійсно, великий вам уклін від усіх нас. Спасибо вам большое.